Так, ребята, всем привет. Приехали. Капканчики, наконец-то. За неимением бриджеров пришлось брать СУАЗ. Эх. Прямо аж интересно, что ж там будет на этот раз. Брал тайгу 3М. Сейчас посмотрим, что же тут они нам прислали. За чудо-юдо. Понятно, счет, чек, счет, все дела. Четыре, пять штук. И рассмотрим мы в отдельности каждый. Офсетные ребята. Ого, какая-то серьезная лапка. Офсет, ну где-то, наверное, да, миллиметров 5, наверное. Сейчас мы чуть-чуть померяем. Так. Офсет, да, 5 миллиметров, надо делать больше. Расстояние от лапки до дуги, так, тут 5, ну 6 сантиметров где-то. 4 пружины стоит, у нас сторожка. И снизу карабин. Тут уже запаяно. Дуги как-то так более качественно вырезаны, что ли. Нету этих зазубрин там и так далее. Ну, понятно. Сварка так себе. Это, конечно, маленькие тут вот такие ушки, это жесть. Как вот взводить их, я не знаю. Это какая-то напасть. Только через ноги. Так, вот такие дела. Ну тут, соответственно, да, тоже дуга висит. Так, вроде все классно, ровненько. Но эта дужка, соответственно, висит. Вот эти ушки, ну очень маленькие, руками. Я не знаю, на коленке не взведешь. Так, и что еще? Ну тут да, тут надо регулировать, чуть-чуть подпиливать, короче делать язычок, тут ступеньку делать. В общем, дорабатывать.
сходится, вроде все классно. Лапка большая. И вот так она туда проваливается, и все. А, так, пружины уже не снимешь, потому что тут расклепано. Ну вот чуть-чуть побольше сделайте вот эти ушки-то. Ну, руками нереально. Да тут все руки можно пожевать. Они такие маленькие, их даже зацепить-то нечем. Какие-то буду делать приспособления или наваривать. Сюда еще подваривать что-то. Так-то, в принципе, неплохо. Но допилить, как говорится, надо. Так, второй. Ну, сварка тоже тяп-ляп. Понятно. Эстетики тут особо не заморачивались. Прорезь такая же, надо больше делать. 5 миллиметров это мало. Сантиметр должен быть. С такими мощными пружинами просто будет лапу ломать. И этот офсет до одного места. Держать он не будет. Вернее, выполнять свою функцию он не будет. Да, взводить только ногами. Так нереально. Руками не вариант. Закрываются все ровненько вроде. А все допиливать, конечно. Вот это все разгинать. Пружины снимать вот эти. С одного края тут уже. Ну только если идти спилять, найти болты. Это походу тоже какие-то гвозди, что ли. Найти болты, это наверное пятерка будет, да. Пятерка с резьбой. И сюда их поставить. И снять пружин по одной пружине. Чуть-чуть послабже, но это сильно очень. Зачем? Зачем тут 4 пружины? Одну сюда, чтобы не косило их. И нормально будет. Ну, я думаю, они... Я думаю, они будут все примерно одинаковые. Чуть-чуть, конечно, я не знаю. Инженеры поставьте две пружины, сделать офсет больше, а он держать так будет, но он не будет ломать лапу, она не будет перемерзать и она не будет ее отгрызать, та же лиса или шакал, не знаю там. А смысл этого офсета, если дуги ударили сильно, тут маленькая прорезь сантиметр, и тогда когда она хватает за пальцы, даже если выше, ну это будет выше пальцев, она не переломает. А так получается смысла в этом офсете нету. Та же проблема, дуга висит, потому что тут нет ступеньки на этой, вот как на бриджере.
Ну и эти маленькие, конечно. Какую-то надо будет сюда приспособу, чтобы их взводить руками. Потому что ногой. Ну и ход лапки, ход, конечно, такой серьезный. И она еще может, я так понимаю, попасть вот сюда вот. В общем, это все надо дорабатывать. Допиливать. Ну, тут вот. Она еще тут закусывает. Ёбаный болит. Да нет, тут даже пальцами нереально взводить. Опять же, да, дуга висит. Ну ладно, это не суть, прям большая проблема, но она все равно там подкладывается что-то под эту дугу. А так, конечно, все то же самое. Вертлюг запаяли. Пятый. Ну, обработка уже радует. Ладно, на сварку внимания не обращаем. А так вроде как бы нормут. Нормут. Вот как? Я не достаю. Насколько мощные пружины стоят. Зачем? Она и так удержит. Дуги и так удержат. Нахрена такие мощные? Еще и 4 штуки. Подберите вы прорезь, больше сделайте. И не такие мощные пружины. И все, будет держать все прекрасно. Лису шакала не удержит, что ли? Удержит. Ну, тут все то же самое. Тоже. Ход лапки надо регулировать, подрезать. Слишком большая тут ступенька. Вот здесь. Вон уж насколько заходит. Ее надо вот так чуть-чуть там подрезать. Потому что вот аж как. Она еще не притертая, такая прям. Чувствуется по ней. Скрежет, ползет, ползет. И потом только клацает. Вот такие браслеты. В общем, есть над чем работать. Будем
чуть-чуть дорабатывать. Все. Спасибо за внимание. Подписываемся.